Сегодня Ленинским районным судом города Саратова рассмотрено ходатайство органов предварительного следствия об избрании Андрея Юрьевича Плигарова меры пресечения в виде заключения под стражу. Во второй раз в отношении моего подзащитного рассматривается подобное ходатайство органов предварительного следствия. По результатам рассмотрения, во время рассмотрения предварительным следствием было заявлено ходатайство об отложении судебного заседания на 72 часа для представления дополнительных доказательств. Мы категорически возражали против удовлетворения данного ходатайства и требовали и просили суд рассмотреть сегодня указанное ходатайство. Но суд принял решение об отложении судебного заседания на 48 часов, которое возобновится 18 ноября текущего года. То есть...